Ставка постепенно растет. То есть я до этого мог поставить там 6 тысяч, сейчас вот столько. Давай выйдем в свободный режим, пойдем попробуем затюниться. Ну, мне это бесполезно, у меня денег. Ну сейчас заодно сравним, как оно с тюнингом. Против нетюнинга Субары. У меня ограбление можно сделать, вон Лестер предлагает, если хочешь, мы сейчас замутить быстренько денег тебе сделаем. Что сделать? Ограбление замутить. У меня вон Лестер предлагает. Не, что-то. Это быстренько не получится. Это часа на два опять, не меньше. Так, где? А, кстати, фишка, чтобы ты знал, можно прямо с телефона, заходишь в интернет, наложить бабки на счет. Интересно. Никуда не парясь, и чем весь прикол, в общем, все деньги, которые ты заработал, они идут тебе на этот самый, типа, кэш. Все, что ты ложишь на безнал, это то, что уже было заработано ранее. То есть удобно различать, сколько ты заработал, понял? Ну, то есть, как бы, прибыль, очевидно. Последнее не понял, еще раз повтори. Ну, то есть, когда ты зарабатываешь деньги какие-то, смеси, какие-то еще, ты получаешь наличные. Таким образом, у тебя идет разграничение. То, что ты заработал наличными в последний раз, и то, что ты заработал раньше, лежит тебе на счету. Понимаешь? Uh-huh. Когда убивают тебя, ты можешь посмотреть, там что-то, по-моему, 500 или 600 этих самых баксов снимается за смерть. А, ну да, это я знаю. Здорово, Матвей, да нормально было? О, слушай, нормально. Ну что, тюнишься там? Да. Так, я сейчас надо глянуть. Суд увеличен лучшим. Надо глянуть, да, что до суда. Время стало быстрее. А? Да. О, кстати. Надо начать бандитскую разборку. Вообще тема. Такой неплохо, не подпитывать, не подпитывать. 8. Там с машин надо расстреливать, это будет классно. И как бы и РПшки не летают. Надо еще будет трансмиссия полуспортивная. 4 победы. Это что какая будет трав? Полуспортивная. 29 тысяч стоит. А какое у тебя сейчас ограбление-то? Второе, по-моему, побег, да, сегодня? Не знаю, то есть как бы там не говорят. То есть я его не читал, не смотрел. Может, могу за этим смотреть. Конечно. Тут уровень будет под полуспортивная подвеска, а трансмиссия будет вот. Трансмиссия будет еще 4. Победы надо. Так, да это все важно, главное, чтобы движок был тормозая. 36. Ну, движок я только что улучшил, надо еще 12 побед, чтобы следующий уровень движка. Тормоза надо 8 побед. Чтобы были полуспортивные тормоза. Ну да, короче. Че, глянуть ограбление, что там? Сейчас, погоди, закончу. Я что-то открылась по тюнингу. Сейчас, я должен... гляну. Я должен движок был на первом уровне тюнить. Сколько он стоит? Я не помню, 1010. Новые вещи для банды, блядь. Я думал, что-то заплатят вообще, блядь.
забил, много заплатили. Да нисколько. Просто РП дали и этот. Деньги можно на дожди пойти нарулить без проблем. Вот эти вот территории отстрела, волны, когда идут. Что-то у меня вообще все повисло. Там можно бабла подбивать, то есть подстрелиться, да и все, то есть без геморроя твоем. В общем, я нашел еще одну гонку. Будем еще катать? Гонки? Да. Да ну нафиг. Давай еще 4 гонки сделаем, у меня хотя бы 4 победы быстренько по одному кругу. Быстренько, ты... да? Да подожди, я хочу глянуть, что там я могу затюнить сначала. Затюнить машину? Угу. Ты там куришь за компом, нет, или ты отходишь? Не, окошко я там. Слушай, а ты не помнишь, там ачивка вот эта, которая там, на прохождение ограбления от первого лица, она... Типа, нужно все пройти ограбление, да? Нужно 5 ограблений пройти от первого лица, да. То есть лочишь этот самый... И чтобы все, вся команда проходила, по-моему, да, от первого лица? Ну да, ты лочишь в опциях камеру от первого лица, а, и 5 ограблений подряд. Получается лям халявы сверху. А если на харде пройти, то еще лям сверху. Нормально. Ну, это, если да, одним составом, понять. Тоже там, по-моему, то ли 500 тысяч, то ли лям тоже сверху. Это нужно четвером проходить обязательно. Ну, да, еще 2 человека, так вот, чтобы времени часов 6 было, 8 свободного, и можно попробовать такой марафон сгублить. Да нет, еще за 8 часов ты все 5 граблей не пройдешь. Думаешь? Ну, я думаю, если по 2 часа на ограбление, это в лучшем случае, соответственно, часов 10. Ну... Хорошо, хотя бы 10 часов, ну там 12, ну так, значит, здесь посвятить, то есть кучу бабок заработать, ну так, по цели, там, танки купить, самолеты, то есть это тех, у кого серьезные амбиции, и не даже там по мелочи. Это реально нужно будет поднапрячься. Ну да, надо игроки, причем такие, чтобы не лагали, чтобы говорили нормально, то есть была максимально эффективная связь. С этим у нас не всегда все хорошо. Ну да, Ромчика там что-то предлагает. У тебя, друзья, и больше нету никого там? Да в GTA, не, ну есть там у меня парочку, да, но они в GTA так пока еще не активны. Ну я видишь, вот буквально за 34 часа сделал себе. Какой у меня уровень? Даже глянуть не могу. Не, ну, видишь, я, допустим, я очень много, я часов, наверное, 60 уже открыл онлайн. Я половину из этого времени просто гонял по городу и терроризировал всех, гасил всех игроков просто. Перестал на всех вертолетах, самолетах, с крыш, там просто перестрел. Ну, у тебя же был еще форач, ты лям был сразу денег. Это да. Сразу себе хату купил. Ну, ты знаешь, кстати, я бы не сказал, что... так скажем, когда у тебя с самого начала сразу куча бабок, ты их с умом не тратишь. Ты на то купишь, все купишь, просрешься, а потом думаешь, бля, зачем я все это купил? Ну да, да, логично, я понимаю. Я сначала там с хатой лжанул, то есть купил сначала самую крутую, она такая уебищная оказалась. То есть я ее продал, потом купил другую, соответственно, потерял на этом тоже немало. Вот. Ну да. Ну чё, я вижу, вообще-то с каждой копейку считаю, ни одной траты. Купил трату влево, надо проверить ее. Купил, короче, шлем пуленепробиваемый. Вот хочу проверить бошку, как он. Это реально помогает чуть бронировать, или это все хуйня? Стоит 20 тысяч. Да, стоит 20 тысяч. Подожди, в смысле, это что за шлем, где? В магазине пуленепробиваемый шлем написан. Не, подожди, это в амуниции? Да, случайно купил. Не амуниция, а простой магазин. В том магазине, ты имеешь в виду просто типа визуальный эффект, типа ты в шлеме будешь. Ну да, только он 20 конечно, он ни от чего не защищает, ты че, это просто так. Ну он стоит 20 тысяч, блядь. Случайно класс на него посмотрел, блядь, такой 20 штук, думаю, нихуя себе. Ну хотя если 20 тысяч, фиг.
Но ты хочу проверить, что попробовал из пистолета одну пульку в голову, то есть именно в шлем там сбоку или сзади, то есть убьет, но не убьет. Да ради бога, в любое время подъезжай, сделаю я себе пулю. Ланшот. Ну просто интересно, нас же группы изучали, сидеть читать неинтересно, так сразу купили, бах, оба не работают. Ну так бах, работает, и что? Никто не в курсе, а мы в курсе, в шлемах такие. Тоже вариант. Шлем бегать таком, да? Мотоциклетно. Ты ведь про него говоришь или там какой-то другой шлем? Слушай, он военный какой-то. А, военный? Да. Не мотоциклет, там именно раздел бронированные шлемы. Они там для все от 20-ки. Я самый дешевый взял. Понятно. То есть не, ты... раз бронированный шлем еще прям указано, глаза наверняка защищает. Ну вот, я о том же, понимаешь? Под цвет уёбски подобрал, ну что такое. Что, ты загружаешься? Да я вот уже мимо тебя проезжаю. А, ну тогда давай, что проверим. Ну так погоди, погоди еще. А, больше проверим, давай. Где ты там? Как-то мне же надо переодеться, походу, если ты не в шлеме, то конечно. С мобилки же не переоделась, правильно? Или я не знаю, раздел может. Езжай тогда, одевай шлем. Итак, эксперимент. Эксперимент 0001. Шлем бронированный бегет. Подопытный игрок Гандошка. Так, когда надо забить, вот я тут нашел трассу. Здесь крутись. Где там? Сейчас приду. Я в этой фотосибис. А, ладно, я сейчас на карте укажу точку, хотя она все равно обнулится. Ну, примерно помню, короче, в центре города. Да я тебя вижу, нам ничего указывать. Я тебя на карте вижу. Не, я в смысле трассы где находится. Так, а что там, значит, открыли двигатель, да? Да. Ни хера он не открыл. А, ну, мне еще одну гонку мне нужно выиграть. А, эти 4 гонки, наверное, надо выиграть. Потому что одна была выиграна, там какого-то первого уровня по одному. Ну, ускорение чуть-чуть выше становится. Глушитель, не, глушитель, интересно. Тормоза. Ну, сейчас заодно проверим, как оно с ускорением и... Нифига себе. 9 игр надо выиграть. На спортивных машинах, чтобы тормоза в следующих крутит. Ну, да. Ладно, давай. Что-то подлагивать начал, да? Где? Я тебя не вижу. Я в дом заехал, сейчас я поднимусь. В свой? Ну да. Пробиваемые шлемы. Зеленый пулестойкий. Ну давай, выходи. Ладно. Ты же под дом. Кстати, у тебя прям под дом как раз, вернее, у меня тоже вот гонка играет. Не понял, чувак, ты чё, ты мне надо? Шло. Да пошел. То есть походу, если он у тебя с пулей непробиваемый, то нужно его девать в тачку, больше шансов выжить. Вообще как бы тема. Ну, логично. Давай, выходи, где ты? Да, наверное, машина сразу выйдет, чтобы дурак такой выходить. Я на улицу не выхожу без броневика, в жопу. Стреляю.